Отражение Христа. Так называется наша проповедь сегодня. Опорным текстом нашего размышления будет стих из 4 главы апостола Павла к Галатам, его послание, 19 стих. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос». Исследователи говорят, что это послание апостол написал в 50-е годы нашей эры, первого столетия. Что это было за церковь в Галатии? Мы видим, что это были люди, которые пришли из язычества, простые язычники, которых однажды коснулась весть Евангелия. Они открыли свое сердце, они открыли свою жизнь навстречу благой вести, и они приняли Христа. Это же послание говорит нам о том, что эту проповедь апостолу Павлу в первый раз было нелегко произносить в Галатии. Он пришел в болезненном состоянии. Об этом мы можем прочитать в 4 главе послания апостола Павла к Галатам с 13 по 15 стих. Он пишет: «Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушение моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. Как вы были блажены, свидетельствуя о вас, что если бы было возможно, вы исторгли бы очи свои и отдали мне». Я представляю эту картину. В болезненном состоянии, по всей видимости, у него болели глаза. Апостол Павел приходит в Галатию. Он встречается с простыми язычниками. В этой скорби, в этой немощи, в этой болезни он пытается проповедовать им о Христе. И эта весть, простая весть больного человека, который испытывал немощь плоти, это весть о Христе покоряет сердце многих жителей из Галатии. Они принимают Христа. Но что-то случилось дальше в этой церкви. Что-то произошло в среде верующих в Галатии. И апостол Павел об этом запишет также в этом послании. В первой главе, в 6 и 7 тексте он говорит: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовестию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема», продолжает он в 8 тексте. Кто-то за спиной у апостола Павла, пользуясь его отсутствием в церквях галатийских, стал распространять слухи, что апостол Павел, дескать, совсем и не апостол, что он не был с Иисусом, он не ученик, а значит и не может считаться апостолом Иисуса Христа. Эти люди продолжали сеять недоверие, разделение среди верующих в Галатии, и они говорили о том, что апостол Павел – это всего лишь перебежчик, который с одной стороны перебежал на другую, что этот человек радеет только о своих собственных интересах, и что нельзя следовать тому учению, которое произносил этот человек. Я должен сказать, дорогие друзья, что во все времена существования Церкви Божией дьявол всегда старался посеять разделение в среде верующих. И думаю, что неоднократно каждый из нас мог сталкиваться с обстоятельствами, когда кто-то или что-то способствовало разделению, отсутствию единства, не соединяло нас в Церкви Божией, а готово было разъединить. Что же предпринимает апостол Павел как слуга Божий?
Я думаю, что он мог бы оправдываться, он мог бы приводить различные аргументы, он мог бы доказывать верующим в Галатии и всем остальным христианам, что он истинный апостол, что он действительно искренне верующий человек. Но когда я читаю это послание апостола Павла к Галатам, я вижу, что около 60 раз в 6 главах этого послания он упоминает Святого Духа, имя Бога и Иисуса Христа. Главная весть его послания в этом письме – не его праведность. Главная весть – это праведность Господа. Его главное средоточие в этом послании – средоточие на Христе. И действительно, Иисус Христос является эпицентром нашей духовной жизни. Только взирая на Него, только думая о Нем, только совершая Ему служение, мы можем остаться на самом деле настоящими христианами. Именно об этом пишет апостол Павел. Именно Иисус Христос сказал в своих словах к ученикам в 14 главе Евангелия от Иоанна в 6 тексте: «Я есть путь и истина, и жизнь». Если мы потеряли путь, то этот путь в Господе. Если нам нужна истина, то истина в Иисусе. Если мы хотим жить настоящей жизнью, то Он есть настоящая жизнь. И апостол Павел советует своим духовным детям в церквях галатийских. Он говорит: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос». Он очень желает, он молится о том, чтобы в этих людях, где врагу удалось посеять разделение, отобразился Христос. Я должен сказать, что во все времена враг душ человеческих, дьявол и сатана пытался воспрепятствовать тому, чтобы Христос отображался в жизни верующих людей. И даже в жизни христиан сегодня мы можем заметить, как мало места уделяется живой личности Господа нашего Иисуса Христа. В 5 главе послания к Галатам, в 4 тексте он говорит: «Вы остались без Христа, отпали от благодати». Как это важно! Быть нам в постоянном общении с Иисусом Христом. Потому что без этого общения мы теряем весь смысл и цель нашего христианского бытия. Интересно, что в этом выражении «доколе не изобразится вас Христос» используется греческое слово «морфоте». Это слово также может означать «формировать», «образовывать», «быть явным», «вылепливать», «придавать форму», «изображать», «воить», «воять», «становиться оформленным». Таким образом, апостол Павел как бы задает вопрос: когда же в вашем естестве станет явен Иисус Христос? Таким образом, апостол Павел как бы говорит: не думайте обо мне, не уделяйте столько внимания тому, что я за человек. Лучше думайте о том, как в вас сегодня отображается Иисус Христос, насколько Он реально виден и заметен в вашем характере, в вашей жизни, в вашем естестве. Интересно, что здесь апостол Павел как бы дает понять нам, верующим людям, что этот процесс отражения Христа в нашей жизни может коренным образом изменить всю нашу жизнь и помочь нам разрешить любые проблемы нашей жизни. Очень часто, как верующие люди, мы отвлекаемся от этой главной цели нашего христианского бытия. Очень часто
Дьяволу удается сместить акцент нашего внимания на то, чтобы Иисус Христос отображался не в нас, а в ком-то другом. Сколько раз я слышал, как кто-либо из христиан или тех, которые называют себя так, очень переживали о том, что в ком-то не отображается Иисус Христос. Я помню, как однажды верующие из той церкви, где я был пастором, пришли ко мне. Это были искренние люди, которые любили Иисуса Христа, хотели служить Ему, быть верными Ему. Они пришли и сказали: «Пастор, мы повстречались в электричке с группой людей, которая сказала нам о том, что церковь, в которую мы ходим, она не является совершенной церковью, что в этой церкви очень много бесчестных людей. Они стали нам рассказывать различные некрасивые истории про тех людей, которых раньше мы уважали в этой церкви». Мне было очень больно слушать, что таких замечательных, таких верующих и искренних людей увлек не Иисус Христос, а увлек вопрос того, что в ком-то, быть может, не отображается Иисус Христос. Я хочу сказать, дорогие друзья, что это работа дьявола, когда он отвлекает нас от процесса, процесса отражения Христа в нашей жизни, отвлекает на жизнь другого человека, заставляет думать о том, почему в его жизни не отражается Иисус Христос. И в той беседе я дал очень простой совет этим верующим людям. Когда они спросили меня: «А вы не будете препятствовать? Мы можем еще встречаться с этой группой людей и общаться, и беседовать?» Я сказал: «Да, конечно. Я не могу вам воспрепятствовать. Пожалуйста, вы можете общаться с этими людьми, но у меня есть одна маленькая просьба. Я бы очень просил вас и просил их, когда вы будете встречаться вместе, говорите о Христе. А если решите говорить о грехах и недостатках, то, мне кажется, будет более правильным и более честным говорить о ваших и об их недостатках в присутствии друг друга, а не о недостатках других людей, с которыми вы сейчас не видитесь, и говорите о них за спиной». Я хочу сказать, что это общение через какое-то время прекратилось. Потому что те люди, которые рассказывали мне вначале с таким увлечением об этом общении, сказали: «А нам не получается с ними говорить о Христе, потому что весь разговор строится не о наших грехах и не об Иисусе Христе, а о грехах в жизни чужого человека». И апостол Павел дает этот простой совет. Он говорит о том, что им, верующим в Галатии, которым помешали сохранить эту чистоту веры, которых разделили эти недостойные слухи якобы о бесчестном образе жизни апостола Павла, что этим верующим нужно в первую очередь переживать о том, чтобы в их собственной жизни отобразился Иисус Христос. Других людей сатана увлекает другой крайностью. Может быть, они не склонны думать о том, что Иисус Христос не отображается в жизни другого человека. Но эти люди поглощены другой крайностью. Они начинают думать о том, как к ним относятся окружающие люди. Нередко мне доводилось слышать фразу: «Меня никто не понимает». Дорогие друзья, я хочу заметить, что это не христианское выражение. Потому что даже в тот момент, когда нам кажется, что нас никто не понимает, нас способен понять Господь и Бог. Дорогие друзья, очень часто мы имеем это искушение. Вместо того, чтобы думать о том, отображается ли в моей жизни Иисус Христос, быть поглощенными мыслью, как относятся ко мне окружающие люди. И апостол Павел,
Он мог бы тогда тоже думать о том, почему ко мне так относятся люди. Он мог бы тоже переживать об этом. Но в первом послании Коринфской церкви, в 4 главе, в 3 и в 4 текстах, он так говорит: «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь». Как приятно сознавать, что главной идеей, главной целью в жизни апостола Павла был этот вопрос: доколе не отобразится во мне характер, личность Господа моего Иисуса Христа. Дорогие друзья, я хочу сказать, что это самый главный вопрос моего и вашего христианства. Давайте будем молиться об этом. Давайте будем просить нашего Господа помочь нам в том, чтобы в нашей жизни, именно в нашей жизни, отобразился живой, реальный Иисус Христос. Я хотел бы в заключение рассказать одну историю. В одной из книг я прочитал об этой истории. В Китай, в один из городов, прибыли христианские миссионеры. Расположившись на рыночной площади, они распространяли Евангелие на китайском языке и проповедовали людям об Иисусе. Многие из слушателей ни разу не слышали об этом великом учителе. Они останавливались, слушали, брали в руки Евангелие, задавали вопросы. Им интересно было узнать еще об одном великом учителе, которого звали Иисус Христос. Эта история говорит о том, что вскоре к этим миссионерам подошли два человека. Они пришли из каких-то горных селений и, послушав, немного на этом месте сказали: «Мы знаем, о ком вы говорите». «Как? Вы знаете Иисуса?» «Да, мы даже знаем деревню, где живет Иисус Христос». Миссионеры были озадачены. «Неужели вы можете нас провести в ту деревню, где живет Господь Иисус, тот учитель, о котором мы свидетельствуем?» «Да, мы можем отправиться прямо сейчас». Эта группа людей, сопровождаемая многими любопытствующими, отправилась в далекое горное китайское селение. И когда они пришли в одну из деревень, то эти люди подвели миссионеров к красивой хижине, вокруг которой росли цветы. Все было убрано, не было грязи, чистота и порядок царили вокруг. Они постучали в дверь этой хижины и пригласили хозяина. На пороге появился улыбающийся человек с распростертыми объятиями. Он пригласил всех войти в свою хижину. С гордостью эти горные жители Китая, указывая на него миссионерам, сказали: «Вот он, Иисус Христос». Оказывается, это был христианин. И в его жизни люди прочитали, люди смогли увидеть и узнать этот образ великого учителя. Дорогой друг, дорогой брат, дорогая сестра, я очень хочу, чтобы в моей и твоей жизни окружающие нас люди могли увидеть этот прекрасный образ нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам.
которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телепрограмма «Лицом к лицу».